Все, поехали гулять. Винюша тут, чтобы скучно не было. Подарочек небольшой. Буся подглядывает за всеми. Все, едем на прогулочку. На выход, товарищ Пантера. Киса. Весна в декабре. Вообще снег аж такой талый. И вот март, не иначе. Снеговиков можно снег? Они не высыпают. Пойдем. Где Веня? Известное место. Нужно быть осторожным. Что там, птички летают? Птички там летают, какие красивые. О, здесь у нас летом озеро. Мы даже в нем купаемся. Как-нибудь искупаемся. Но без Луны и без Вени. Человеческое озеро. По камням. И долам, и болотам, и озерам. Пока. Ничего не понятно. Отстали от группы, присели на перекус травяной. Вкусная травка на острове, да? Вкусная. Каждую прогулку обязательно надо травки поесть. Желудок-то от шерсти чистить надо, да? Пойдем дальше, а то от нас уже все ушли. Нет, вот именно тут трава вкусная, да? Экологически чистая. Как она отличается, островная трава от лесной? Давай, охотник Чернопопкинс, догоняй группу. Ух, что это трава сбивает нас с плана. Вот кто-то спрашивал, проращиваем мы траву или нет, так как летом травы нет. Ее вообще нисколько не смущает сухая
Травушка, муравушка. Даже свою функцию выполняет. Больше ничего и не нужно. Нашли болото. Хи-хи-хи. Выбираемся отсюда. Здравствуйте. Мы отсюда выбираемся. Вы сюда, наоборот, забираетесь, миссис Венза? Куда залезли? Вот так вот. Вот что значит за котом по болотам скакать. Еще просто. Зимой репьев нацеплять можно. Как конь какой-то. Что? Пойдем уже к машине. Наскакались мы за сегодня. Оп! Конечно, интересно, классно. Надо же скрасить как-то дорогу до машины. Веселушка, подружка моя. Сегодня день поедания травы. К машине уже пришли, но она решила, что надо покушать на закатном солнце еще. Боже мой, Буся, мне кажется, иногда, что ты сено ешь больше, чем мясо. Слюни до колена, ой, какая. Все, спасибо за просмотр. Вот такие вот у нас прогулки. Все, машинку. Что-то вы от курса отклонились опять. Ой, ну как красиво. Вообще. Поехали еще. Нам в дом надо заехать. Буся, почему тебя сносит? Скажи, так тепло, классно, еще погуляли. Все, тебя сразу на переднее пустили, сиденье пустили. О, снежный хвост натоптал мне тут. Ладно, все, поехали. Гулялись. Ой, привет! Буся, кто там с нами здоровается? Заперли вас, заперли, да? Не подойти, не посмотреть. Какая интересная дорога домой. О, идет сюда. Спасите, помогите. Буся, кто это к нам пришел? Вам окошки помыть? Окно такое. Можно нам окошко помыть? Че, Бубочка, страшно? Ой, скажи, какие-то вы недоброжелательные. Недоброжелательная, да, рыжуха? Но мы тебя потом морковочкой угостим, без этих выдр. Тихо. Защитница. Ладно, все, мы поехали домой. Окно аж запотело. Буся додышала. Защитница машины.